Привет, мои хорошие, с вами снова Гоша, и сегодня у нас новая Майнкрафт-карта на обзор под названием Fear, а точнее Страх. Ну и, в общем-то, сегодня мы посмотрим эту хоррор-карту, ну а мы начинаем. Итак, погнали! Итак, для начала посмотрим менюшку, что там у нас есть. У нас музыка, кстати говоря, прошла. How to play. For using the case. Короче, я не знаю, тут что-то по-английски написано. Story. Но story мы чуть попозже посмотрим. Play и rules. Так, single player, break of plates block. Чат, не читерить. А, ну, понятно. Короче, все по стандарту, правила по стандарту, короче. Главный разработчик, помощники. Ага. Какой-то главный разработчик, короче, и какие-то помощники, вот такие вот. Да. Silent Gamer for... Где? Короче, здесь что-то написано еще. Special Chunks. Ага. Ту. NKPDL, кстати, есть сайт. Если что, ссылка будет на карту в описании. У нас тут еще текстурпак какой-то, собственно, есть. Прикольный, кстати. Так. Креатор. Ага. Last Warning. Map by. Ага. А, то есть Map by Last Warning. Ладно. Все остальные карты, точнее. Так, ну давайте-ка посмотрим сюжет. А, мы смотреть не будем, мы только читать. Что-то про старый дом. Люди говорили о большом... не понимаю, о чем. Но призрак не всех... Не всем дает выходить, что ли. Вы должны выйти с этого дома, выжить и спасти, наверное, людей. Ну, короче, не знаю точно, что тут имеется в виду. Ну, короче, клик. Play. Fair by last warning. Warning. Congratulations, noises, jump scares. Ну, то есть, звуки... И, ну, скримеры. Точнее, шумы скримеры. Ага. Мы, короче, приехали на машине. И что-то нам написало. Так, ну я так думаю, что мне не сюда. Что-то какие-то подвисания есть в некоторых местах. Ну ладно. Текстурки очень классные. О-о-о. I have a strange feeling now. Капец, ну прям очень классно. Ага, у нас замедление. Ну, пока что все очень классно выглядит. I need a hook and a rope. Hammer. Hook это task. Break и пятое окно. Какое пятое окно? Ладно. Ой, какие-то страшные звуки прям. Секрет. Подождите-ка, что-то написано. Тут что-то какая-то фигня. Secret Lunch Garden. Do not enter. Ага. По логике, типа, сюда нельзя заходить нам. И что тут такого, почему-то сюда нельзя заходить? Либо я что-то упустил, либо тут серьезно ничего нету. Какая-то слишком подозрительно стрёмная музыка. Ладно. Так, ну за деревьями что я не буду проверять? Так, ну нам нужен какой-то крюк, типа того или что-то там. Олс Джек. Что-то там. Бэби Монстр.
Вилледжер. Стив. Ха. И дата рождения окончательно меняется. Ага, то есть мы Стив. Окей. No problem. It's locked. Task. А. Сломать окно. И как мне это сделать? Какое именно окно? Ага. Мне повторно это дали. Воу, прикольно. Блин, классно сделано. Ага, здесь стол, стулья. Кстати, с текстурками с этими не особо лагает. Ага. Выйди сейчас и что-то снова. Короче, что-то произойдет типа снова или типа того, я не знаю. Вообще, знаете что, похоже чем-то на... Как бы это примечательное не было, то похоже на Слендерина на одну. Не помню, честно, на какую часть Слендерины. Но вроде бы House of Slenderina, либо же... Ну, вроде бы House of Slenderina, короче. The stairs is broken. Ну, я понимаю то, что она сломана. Так, здесь ничего нету. Здесь какие-то стрёмные картины. Ага. Только сейчас заметил. Ладно. Так. Так. Здесь темновато. Опа. Я даже, наверное, музыку не буду добавлять, потому что здесь музыка на самой карте есть. Ага. Мне дали, типа, регенерацию. Нафига? Я, типа, смотрю на эту картину. What is he eating? Почему он ест? Почему он ест? Боже. Два раза. Вот это вот. Ага. Если честно, я немножко испугался, но... Не сильно. Так, bedroom key. Sister's room. Ха, интересно. Отсюда он вышел, какой-то человек. Или монстр. Точнее. Так. You are because the outside world reject you. Короче, ты типа... короче, что-то с миром связано. Или... Я точно не знаю, короче, что-то написано. Не буду переводить. Да. Но я приблизительный перевод говорю, конечно же. Так, ну, я так понимаю, эти яблоки мне не стоит сейчас есть. Потому что у меня все хпшки. Это типа по телевизору такие? Хах, Мандер Мулис. Боже. То есть типа убийственный фильм? Фильмы, точнее. Ладно. Это меня вообще-то вообще не напугало. О. А, Butcher's Room. Ой. Ну да, в принципе. И чё? А, то есть мне нужен... А у меня нету. У меня нет молотка теперь. Так, ну здесь у нас книги. Ох, из-за них, по-моему, у меня больше всего лагает. Так, здесь сундуки. И опять же ничего нету. Чё-то какая-то бесполезная комната. То есть здесь даже меня не пугает в этой комнате. Странно, странно. Так, я туда пока что не пойду. Хочу посмотреть, что тут есть. Так, там какая-то записка опять. Опа. Здрасте. Так, я вас понял. Он не исчезает. You can't run away from this.
The evil is already inside you. Тут, короче, ты не сбежишь отсюда. Что-то злое, типа, всегда. Инсайт не знаю, как переводится. Не помню, честно, точнее. Ну, короче, что-то там инсайт. Короче, что-то там ты. Ну, это меня не напугало, потому что я знал то, что будет скример. Скорее всего. Так, bedroom. Ну, давайте-ка сначала сюда не будем заходить. Давайте-ка сначала сюда зайдем. Вот это меня напугало и убило. Круто. Ладно, возвращаемся назад. Если честно. И чё? Он так и будет тут стоять? Как он называется? Jump 3. Мне кажется, ли оно так не должно быть? Ладно. Do not enter. Типа, ты не войдёшь, или типа того, короче. Ладно. Или не выйдешь. Короче, не знаю, как это переводится точно. Так, здесь какая-то типа кухня. I am scary. Я типа страшный. Роб. А, ну походу это то, что мне нужно в начале было. Хотя не знаю. Ну типа не совсем страшный. Я бы сказал милый. Ладно, шучу. Ёханы бой. Эй, не пугай меня так. Ну, в некоторых местах может быть и страшный, но в некоторых прикольный. Так, знаете что, давайте-ка подхилимся. Вот, другое дело. Так, здесь лампа. Кстати, классно выполнено. И мы ее не можем двигать никак. И ударять. Ой, бить. Ладно. То есть здесь ничего, короче, нету особого. Ну и пофиг. Давайте-ка откроем, наконец-таки, bedroom. Так, пока что все нормально. Опять какие-то книжные полки там. Ага, хук. Как раз-таки то, что нам нужно. Do not enter. О, понимаю. Кстати, я только что слышал тын. Я не знаю, что это. Блин, я забыл то, что он тут стоит. А, Do not enter тут было? Нет. Значит, в этой комнате. А может, и не в этой. Боже, я уже запутался в этих комнатах. А, ну, походу, было там, где вот это вот стоит. Ой, знаете, что мне не нравится? Как будто бы вот этот вот монстр, он прямо обернется на меня тогда, когда я открою эту дверь. Нет, не обернулся. И слава богу, что он не обернулся. Офигенно. Но меня это не напугало, если честно, потому что я ожидал скример. Опять. Почему такое есть какое-то предусловие к скримеру все время? О, кусачки. А зачем? Походу, я дальше пойму, зачем. Ага. Он до сих пор так тут и стоит. В этой позе. Ладно. Так, идем сюда. Посмотрим, что тут у нас. А, эти двери вообще не открываются. Круто. А, я походу понимаю, зачем нам кусачки. Нам нужно назад. На первый этаж. Там есть проволока. Там, где две двери. Вот здесь вот. Походу, для этого нам кусачки. Да. Ага, дворик. Странно, какие-то доски. Ну ладно. Здесь... Ага. А, то есть мы тут типа можем забраться наверх. Но в то же время мы не можем. Окей. То есть это типа лестница так сделана. Прикольно. Прикольно сделано. Хорошо. Так. Тут есть какой-то спуск. I need a flashlight. То есть мне нужен фонарик. Угу. Дайте угадаю, фонарик будет тут.
need a password open. Ага. То есть мне нужен пароль, чтобы открыть. Хорошо. А, ну я походу знаю, куда мне нужно. Мне нужно назад. В начало, фактически. Мне нужно в ту самую будку. Начальную. Достаточно долгое прохождение. Кстати, здесь даже есть некие части нового Майнкрафта, как вы видите. Вот. Ага, пароль. 7296. О! Чё? Я даже не понял, что произошло. Подождите-ка, а здесь была дырка? Ладно. Мне знаете, что не нравится? Типа, нас все время пугают какими-то скримерами. Но нету никакого особого монстра. Мне кажется, должен быть в конце какой-нибудь монстр, что ли. Ну, типа, гнаться за нами. Ага. И фонарик. И сейчас мы пойдем вниз. А зачем? А зачем мне батарейки для радио? Из радио вынуть батарейки для фонарика. Гениально! Это гениально! Офигеть! И сейчас здесь что-то нас напугает, да? А, нет. Ага. И с помощью фонарика все светлей. Стало сразу же. Окей. Ну, классно выполнена карта. Еще раз повторюсь. Ага, мы теперь в подвале. Угу. Не совсем понимаю, что написано, но вроде как нам нужно какой-то ключ найти. И походу за нами сейчас кто-то будет гнаться. Возможно. Но не факт. Так, здесь какие-то есть между коридорами. Но здесь у нас есть сундуки. И все в этом духе. Так, ну чувствую то, что здесь скримеров будет полно. Угу. Кстати, скрипучие двери классно тоже реализованы. А, ну я тут был бы, боже. Короче, это типа погреба или подвала. Не знаю, называйте как хотите. Юдает. А, ну спасибо. То есть меня кто-то убил? Хотя, типа, я даже не понял, кто это был и где он был. А, у меня голод еще. Круто. Подожди, да чё ты такой быстрый? А чё ты такой быстрый? Так, а чё происходит? Почему? Ладно, я понял вас. Я пойду в другую сторону. А, ну и круто. А чё он такой умный? Чё он такой быстрый и умный? Угу. Ясно. Он там стоит. Хорошо, давайте-ка просто чекать сундуки, которые близко ко мне. Пока что. Я не знаю, вообще у нас голод, у нас мало сердечек. Как-то все сложно стало резко. Так, ладно. Вообще двери можно закрывать? Да. Так, здесь книжные полки. Ага. Он почему-то туда побежал. Странно. Опа! Ха-ха. Выбирайтесь отсюда. О, понимаю. Уйди, 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 пожалуйста, уйди, пожалуйста, уйди. Нет, боже.
Только не говорите то, что... А, все, нормально. Фух, слава богу. Так, у нас есть ключ от комнаты брата. Фух, ну прям очень сложная карта. Резко стала. Сложной, точнее. Ну, долгое прохождение, как минимум. О, походу, у нас тут новый брат появился. У нас лом есть теперь. Меня здесь не было. И нету. Так, какая-то там картина еще у него была. Но не хочу тестить, будет ли он меня пугать. Поэтому... Ага, лопата. Томпс. Я не знаю, что такое Томпс. О, а так прикольно. В принципе. Короче, не знаю, что тут происходит, но я, пожалуй, поем яблоко. Так, здесь картина, которую я нечаянно сломал. Ладно. Так, пофиг. Возвращаемся назад. Как я понимаю, нам нужно лопатой что-то откопать, но я не понимаю, где. Либо на дворике, либо, получается, ну, в начале. Я не знаю. Давайте-ка посмотрим на дворике. Может быть, здесь что-то. Не зря же здесь доски какие-то. Не. Мне кажется, вначале могилы нужно раскопать. Давайте-ка сначала пойдем. Кстати, у нас лом остался. Может быть, нам еще применить лом нужно будет потом. А, ну может быть, кстати говоря, у дерева нужно будет что-то раскопать. Опа. Ха-ха-ха. Монеты? Что, блин? Escape. Сбежать. Все? Типа... То есть, серьезно, мы пришли за монетами? Вы серьезно? Короче, мне, в принципе, понравилась карта. Да. Неплохая карта. Просто сюжет не совсем понятный. Ну а на этом все. А с вами был Гоша Севидь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои топовые комментарии. Делитесь роликом с друзьями. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Ну и на этом все. Всем до встречи и всем пока-пока.